Вітаю, дорожненькі, з вами Ян Кавалка, і у нас на обзорі пиво, італіянське пиво, італіянське і японське пиво. Пірроні – італіянське пиво, дуже популярне в Італії, Асахі – японське пиво, но произведено також в Італії. Корпорація Асахі, як ми знаємо, давним-давно викупила Пірроні, і тому, так же, як і Пльзенський Проздрой, так же, як Козел условно, Пилснер Урквелл, это производит корпорация Асахи. Поэтому и японское пиво Асахи Драй, у нас Каракуси, наверное, правильнее будет, производится в Италии. Итак, имеем пиво светлое, пастеризованное, фильтрованное Асахи Супер Драй. В составе вода, ячменный солод, кукурузный, крахмал, хмель, алкоголь 5,0%. Кстати, раньше был, по-моему, 5,1. И объемная масса сухих веществ в начальном сусле 11,0. Произведено 13.07.23, срок годности 1 год. Пробка брендированная. Так, улетела пробка. Не знаю, видите ли вы или нет, но я потом подсниму пробку. Так, пенная шапка прикольная. И Пирони. Пирони – одно из самых популярных также вариантов пива в Италии, наряду с Бирамаретти. Пиво светлое, пастеризованное, фильтрованное. Пирони Настра Азура. Вода в составе – вода, ячменный солод, кукурузная крупа. Здесь, в отличие от крахмала, кукурузного хмеля, экстракт хмеля 5,0 алкоголя. Экстрактивность начальной сусли 11,5. То есть это более сухое, это должно быть более солодовое. Купил я это пиво все всем пятница, оно только недавно появилось. Также брендированная пробка, кому интересно. Срок годности, изготовлено 01.06.23, срок годности 1 год. Кукурузу вроде как для Бирамаретти специальную какую-то производят, выращивают специально. Итак, смотрим. Пенные шапки у обоих вариантов пива довольно стойкие, мелкозернистые для лагера. По цвету обычный соломенный цвет, ничего прям сверхъестественного. Сейчас глянем карбонизацию. Ну, вроде как чуть-чуть больше карбонизация у Пирони, нежели у Экстра Драя. Но пенные шапки довольно стойкие. И там среднезернистые, но ближе к мелкозернистым. Цвет такой. Не золотистый. Прям не золото-золото насыщенный, а бледно-золотой, но не ужасный цвет. Да, Асахи менее карбонизирована. Пена стойкая, белая стойкая. Ничего сказать пока не могу. Давайте носа, Саша. Асахи. Типичный короновский нос. Несложенка здесь ощущается. Свежесть. Ну, вот нетипично короновский, неправильно сказал. Есть вот эта вот короновская несоложенка. Несоложенка чувствуется. Чуть-чуть хмеля травянистого. Но в целом слабый аромат. Возможно, сейчас немножко пена уйдет, будет посильнее. Пирони. Пирони больше, насыщеннее ароматит именно вот этой несоложенкой. Солод. Вот кукуруза, ну, любое пиво с добавлением кукурузы, оно вот есть такой сладковато-приторный аромат. Вот здесь он ощущается. Еще какая-то чуть-чуть кислиночки почему-то. Кстати, тут заметим, что коричневая бутылка, здесь зеленая. То есть Асахи, оно, по идее, чуть-чуть лучше защищено от засвета. Ну, нос мне не там, не особо не нравится.
Асахи, если честно, вообще пустое в носу. Здесь вот это вот несоложенное, сладкое, это не солод, это именно вот кукуруза. Дает этот аромат. Попкорн. Такой сладкий попкорн. Пробуем на вкус. Асахи вода водой вообще. Да, это экстра драй, то есть это вода. Алкоголя, кстати, не слышно абсолютно. Но пить здесь нечего, кайфовать. Это просто охлаждать. Чуть-чуть кислинки есть, видимо, от карбона. Где-то очень-очень далеко какая-то капелька горчинки. Но я бы не сказал, вообще вода. Да, горчинки очень мало и плотности мало. Просто реальная вода какая-то. Перони. Есть горчинка, более серьезная горчинка. Есть кислинка неприятная. Чуть-чуть солодовое тело. Я не знаю, это и то абсолютно пустое пиво. Абсолютно никакое, только вот здесь мне не нравится нос. Обратно же я бы назвал его с посторонним носом. Посторонним носом, возможно, оно немножко уже за полгода где-то подсветилось, пока доехала до Минска. Но нос мне здесь не нравится. По вкусу это лучше, чем в носу. Солодово. Чуть-чуть горчинки на послевкусии. Сухо сравнительно. Больше тут нечего сказать такого. Чуть-чуть леденцов. Ну и нос, да, вот это кукурузное, попкорновый. И кислинка еще выбивается. Возможно, CO2. Асахи. Асахи вообще пустое после этого. Ну, кажется, еще почему-то более сладкое. Да, с учетом того, что оно супер выброжено, есть здесь все-таки чуть-чуть солодовой сладости. Но солод, вот это вот сварено чище. Намного чище, но от этого, наверное, не лучше. Просто солодовенькая водичка. Алкоголя, кстати, не слышно. 5,0 нигде. То есть алкоголь хорошо скрыт. Но перони. Нос мне не нравится. Да, чуть больше хмеля, но зато есть кислинка неприятная. Возможно, оно засвеченное. Я до этого пил, только я, по-моему, перони красное пил. Тоже там ничего особенного. В общем, по баллам. Куплено это за 5 рублей, это 1,6 доллара приблизительно где-то. Где-то 140 российских, наверное, рублей, если переводить. За 0,33, напомню. Куплю ли я это пиво еще раз? Нет. Асахи – это чистая водичка, типовой лагерок, совсем безвкусный. Просто охлаждаем, пьем. Я не знаю, балла 3. Или не давать 3. Ну, с учетом того, что он там стоит по евро, давайте это... Давайте даже 4. Перони 2. Из-за носа. Да, вот сейчас даже в носу немножко спиртозности проявилось. Да, кислинка, попкорн, спиртозность. По вкусу он интереснее. Чуть-чуть больше хмеля, но обратно же пустой какой-то кажется. Хотя, по идее, асахи, японец, он выброжен больше. Очень странно. Ладно, пиво не рекомендую, ни одно, ни второе. Ну, ради пробочек, ради интереса можно купить одну, побаловаться. Так я бы его не рекомендовал бы никому. Поэтому 4.2. С вами был Ян Калк. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, подписывайтесь на ТикТок, на Инсту, на Телегу. Всем хороших напитков, пока!